Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками Жюль Шаре. Французский художник, график, один из основоположников современного плаката. Родился в семье печатника в 1836 году. Семья материально нуждалась, и Жюль в 13 лет бросил школу, поступив на 3 года в учение к литографу. Затем посещал Национальную школу дизайна в Париже, был художником-самоучкой, не получив какого-либо систематического образования. В юности часто посещал парижские музеи. Наибольшее влияние на него оказали живописцы Рококо, конечно, в первую очередь Ватта и Фрагана. После окончания своего ученичества Шаре в 1854 году уезжает в Лондон, делает эскизы для компании по производству фурнитуры, но вскоре разочарованный возвращается в Париж. В 1858 году получает свой первый крупный заказ – рекламные афиши для новой опереты Жака Офенбаха «Орфей в аду». Через год, в 1859, опять уезжает в Лондон. Здесь он изучает английскую технологию цветной литографии, создает обложки для книг и рекламные плакаты для различных фирм, продуктов и мероприятий. Для производителей парфюмерии фирмы «Ремель», «Шере» разрабатывает дизайн упаковок и флаконов для духов. Возвращается в Париж, открывает мастерскую печати и графики, закупив в Англии машинное оборудование для печати крупноформатных плакатов и афиш. Шаре упрощает технологический процесс цветной литографии. Он создал новый художественный стиль плакатного изображения, предтечу искусства модерн. На основе заложенной Шаре разработки мастерство плаката освоили и развили такие художники, как Тулуз-Лотрек, Эжен Гроссе, Альбер Гийо. После успеха своих работ Шаре прекращает непосредственное руководство печатной мастерской, оставив за собой только художественное руководство. Издает коллекцию лучших плакатов парижских художников в уменьшенном формате. Эта серия имела большой успех, вызвала множество подражаний. Участвует во всемирных выставках 1878 и 1889 годов, на которых его работы завоевали золотую и серебряную медаль. Награжден различными степенями Ордена Почетного Легиона. Дружил с Клодом Мане, Эдгар Дега, Жорж Сюра, Огюст Родена, Теофиль Сен-Лейн, Тулуз-Лотрек, Жак Вийон. В исключение надо сказать, что Шаре удалось поднять жанр литографии и постеров до уровня изобразительного искусства. В 1925-м потерял зрение и умер в возрасте 96 лет. Похоронен на кладбище Сен-Винсан на Монмарт. Все, всем пока, всем привет. Сегодня мы немножко узнали о французском художнике и графике, одним из основоположников современного плаката, Жюле Шаре. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.